Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Тиберий. Тиберий Клавдий Нерон, римский император, 14-37 годы. Пасынок императора Августа, сын его жены Ливии от первого брака. Тиберий не сразу был признан наследником. После быстрой и успешной карьеры полководца он удалился в добровольное изгнание на остров Родос. И только после смерти всех претендентов на престол он был признан наследником и соправителем в возрасте 56 лет. Тиберий остался верен политике Августа, но из-за экономического курса, который, кстати сказать, упрочил государственные структуры и тяжелого жестокого характера, он никогда не был популярен, в отличие от его приемного сына Германика, который, вероятно, стал жертвой подозрительности и зависти Тиберия. В то же время император сильно зависел от преторианской гвардии и в первую очередь от префекта Сияна, который стимулировал многие судебные процессы и казни, причем самым распространенным обвинением было оскорбление величия императора. Последние 10 лет жизни Тиберий провел на острове Капри, а его оргии сообщает Светоний. Тацит закрепил за Тиберием образ тирана и лицемера. Эта характеристика, однако, не согласуется с последними исследованиями ученых. Ну вот так вкратце о Тиберии. Тиберий Клавдий Нерон, римский император. Пока-пока, до свидания.